16 мая 2021 года прошла встреча во имя Матери Земли. Встреча организована нашим учителем Аленой Полынь. Встреча проведена мастерами парапсихологического центра. Спасибо всем. Спасибо, что собираете нас, что даете нам возможность, помимо того, что мы делаем сами для Матушки Земли, делать это организованно, в составе всех людей, которые любят империю, всех людей, которые любят землю. Вот, большое спасибо мастерам Божене, Светлане, Лане, Хельге, Диане. Большое всем спасибо. Я благодарю за возможность участия в таком масштабном мероприятии во имя Матери Земли. Благодарю мастеров, благодарю вас, Алена. Спасибо большое. Пускай наша Мать-Земля процветает и будет все очень хорошо. Мы очень сильно хотим сказать большое спасибо всем нашим главным ведьмам. Было все здорово, замечательно. Мы помогли лесу, да, дети? Мы убрались, мы затратили свою энергию на то, чтобы наша земля проснулась, очнулась, была чистой, чтобы у нас получилось то, что мы желали. Да, стало прям очень хорошо. Столько эмоций, столько энергии было. И прям наполнились живы. Да. Желаем всем вам присоединиться в такие моменты к нам. Это здорово. Спасибо большое. Спасибо большое. Благодарить мастеров центра за эту встречу и, конечно же, нашего великого учителя Алену Полынь. Я очень рада участвовать во всем этом содействии. Мне приятно помогать земле. И, конечно, было бы здорово, если бы это все было не вот так разово и, скажем так, чтобы были не просто активисты, а чтобы это все было, конечно, на государственном уровне. Обращаюсь к экологам России. Будьте добры, подключайтесь. Государство, подключайтесь. У нас сейчас леса, водоемы находятся в большой опасности. Скоро люди перестанут просто уже пить чистую воду. И кто будет в этом виноват? Ну, как бы, будут виноваты мы сами. Поэтому вывод. Экология – это плюс. И я считаю, что необходимо проводить такие встречи как можно чаще. Меня порадовало то, что как бы дали правильный путь. Ты идешь туда, куда должен прийти. И ты понимаешь, что это правильно. Огромное спасибо всем, кто участвовал, кто организовывал это место. Это все просто волшебно. Надо. Земля просит помощи. Надо ее оказывать, а не сидеть в кустах и ждать, что кто-то это сделает. Начинаем с себя. Если бы люди не мусорили и не было бы необходимости в подобных мероприятиях. А тут, я не понимаю, земля – наш дом. И почему люди так бессовестно его загаживают? Пока мы собирали мусор, мы находили даже одежду. Но сейчас это глубина леса, вот я опять со стеклами. Как можно так относиться к месту, где живешь? Я не понимаю. Все разные, и каждый поступает в меру своего духовного развития. Но если каждый будет убирать рядом со своим домом, вы просто, идя с работы домой, пройти мимо и убрать мусор, это несложно, это занимает минуту. Но мне кажется, что это очень помогает. Я тоже хотела бы выразить благодарность Алене и мастерам за данную встречу. Я лично первый раз участвую в подобном мероприятии. Это очень ценно, приятно. Хотелось бы, чтобы и дальше такие же мероприятия были, и тоже с удовольствием принимала участие. Вот. Это очень нужно, это нужно всем, поэтому еще раз благодарю.
чудесный день. Мы все встретились, убрали лес дружно. Так было радостно, что мы сделали чего-то хорошее. Такой лес такой стал чистый, весенний. Потом встреча, которая была сегодня просто потрясающая. Столько положительных эмоций, столько хочется сделать после этой встречи. Я благодарю всех мастеров центра и всех, кто был с нами сегодня. Я очень благодарна вам. Спасибо большое. Хочу поблагодарить Алену, империю сильнейших ведьм, самих ведьм за организацию такого мероприятия, за возможность преклониться перед природой, прочувствовать все энергии, энергии мощные, колоссальные. Очень порадовало, что отозвались люди, пришли посвященные. Это большой плюс. И хотелось бы пожелать процветания империи сильнейших ведьм и чтобы такие мероприятия их было больше. Мать-Земля, ты моя, а я твоя. Возьми мою любовь, залечи свои раны, исцелись моей любовью, напитайся здоровьем. Я буду твоей красотой наслаждаться, ты будешь любовью моей исцеляться. Мне по земле идти, на земле цветам цвести, деревьям расти, людям жить, счастью быть. Так и есть, так и быть. Ура! Ура империи сильнейших ведьм!